usually don't be falling, be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night, every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't. Всем привет! Хорошая песенка, заходит мне ее. Нравится слушать. В мой день рождения ее раза три, наверное, крутили. Пришлось даже видео сделать. Здрасте! Как ваши делишки? Шикарная погода, 21 градус. Прямо супер. Если бы весь такой сентябрь и октябрь был, то, знаете, как говорится, и зима нипочем была бы, если честно. Не люблю зиму что-то в последнее время, прямо очень. Здрасте, здрасте. Всем привет, да. Приветики, приветики, да. Ну, забирал своего из школы. Начинаются терки с другими пацанами. Начинается вот это, знаете, начинается... характеры, начинается вот эта вот адаптация, вот, и так далее. Какие-то разборки какие-то, драки. Я говорю, и чё, как драка была? Я его толкнул, он меня толкнул, я говорю, что это вся драка? Но я упал, он меня повалил. Я говорю, да ты что? Да. А я ему, а я, в общем, короче, жесть вообще, что происходит, вот. Да, с добрым днем. Да, ну я так понимаю, что уже как бы да. Ну делать нечего. Завтра еще один день, завтра день учителя. Вот. Пользуясь случаем, так сказать, всех учителей и педагогов поздравляю. Крепитесь, держитесь. Вот. Терпения, здоровья и мудрости. Потому что дети, конечно, это что-то. Уже, да, подрался, рассказывает, даже слезы на глазах выступили. Видать, наваляли ему люлей, вот. А он же парень амбициозный, вот. Он же все время должен побеждать. Ну, как ему объяснить, что не надо драться? Вот. Ну, завтра, потому что, ну, они же на каникулы уходят, понимаете? Поэтому учителей поздравят, я так понимаю, последний день. Потому что на каникулы уходят. У нас же каникулы с понедельника, грубо говоря. Вот. Поэтому поздравляют, видимо. Вот. В общем, такое, короче. Идешь, слушаешь. Пытаешься вникнуть, кто где, кто кого. Прикольно, короче, очень. Очень прикольно. Сегодня Международный день музыки. Всех поздравляю. Да. Интересно на меня смотреть. Но у меня работа такая, чтобы на меня интересно было смотреть. Вот. Я этим деньги зарабатываю. Ну, в вашем случае это бесплатно. У нас так что в 6 классе дрался с мальчиком, в 11 лучше. Вы знаете, кстати, вот у меня то же самое. Вот у меня все мои друзья в школе, да так, не то чтобы даже в институте, но в школе в основном. Вот с кем подрался, с тем потом и дружил, честно говоря, ну вот все время. Я-то как бы после 8 класса ушел из школы, вот. Но, честно скажу, да, с кем подерешься, с тем потом и дружишь. Здрасте, здрасте. Здрасте. Маришка из Иваново. Я что-то должен вспомнить. Маришка из Иваново. Ну ладно, Маришка из Иваново. Здрасте. Привет из Хабаровска. Здрасте, здрасте, здрасте. Да, ну это. Еду. Ручка. Ручка любимая сломалась. Писал другой ручкой чужой. Такого каракуля написал по математике, что, честно говоря, не выдержал. Сказал так, говорю, все, поехал за ручкой.
ну такая ручка хорошая, специальная, она какая-то такая анатомическая там что-то и так далее. Он, в принципе, хорошо пишет и хорошо рисует, то есть он умеет держать, у него как бы есть, ну, в смысле, вот это ощущение ручки, как ее держать, как там писать и так далее. Но это... Потерял. Здрасте, Львов, здрасте. Привет, Курган, да. Балалайка. Ну да, музыкальный инструмент такой, да. Знахарь 2? Нет, я не смотрел Знахарь 2. Отличного дня и настроения. Ну да, благодарю вас. Благодарю вас. Крым, здрасте, ждете меня? А, Крым, у нас дожди. Ну наконец-то, наконец-то. Сейчас хоть это, водички там поднаберете себе немножко, да? Вот. А то уже там рассказывают, что вы там прямо уже все уже там уже от жажды умираете. Привет, Брянск. Здрасте. Хабаров со спектаклем? Ну, посмотрим. Если не это, не закроют на очередной какой-нибудь карантин. Потому что, ну как, могут же по регионам начать закрывать. Не там не всю страну, например, да? А по регионам-то, по отдельности. Вот. Кто его знает? Анну Семерову заблокируйте. Хорошо, заблокирую. Кто такая Анна Семерова, не знаю. Привет из порта Хели, Греция. Здрасте, привет из Волгограда. Как всегда, всей палатой слушаете. Вы, главное, там не слушайте, вы быстрее выздоравливаете. Не занимайте палату. Не забывайте. Кроме палаты и больницы, есть еще просто хорошая жизнь. Нормальная. Да. Сегодня жара. Ну, кому-то повезло. Да у нас тоже по московским меркам-то жара. Потому что, ну, 21 градус, извините, конец сентября. Сегодня уже, я так понимаю, по-моему, 1 октября, нет? Пишет гадости. Ну, так пускай пишет, это ж такое дело. Я же это не читаю, я же не вижу эти гадости. Пишет, ну, нет большого ума, наверное, человек пишет. А может, у нее действительно есть что сказать. Не берите в голову, как говорится. Здрасте. Палата номер... Нет, там палата номер 2, по-моему, не 6. Ну, в смысле, в Волгограде. Библиотека 163 слушает, а? Почему я такой красивый? Ну, так, ну, мне просто повезло. Не сомневайтесь, прямой эфир, и вы за рулем. Ну да, как обычно, как обычно. У меня все, знаете, это такой залог стабильности. Я за рулем, прямой эфир. Сегодня день пенсионера. Ну, такой день. Я понимаю, что все мы там будем, но в любом случае, как говорится, с праздником. Да. Тепло обещают до середины октября. Слушайте, да я бы хотел, чтобы вообще вся осень была теплая. Степногорск, здравствуйте, да. У вас фура? Да. И руль у меня справа. Привет, Кузбасс. Отлично, да. Из Липецка. Спасибо, Липецк. Здрасте, здрасте. Привет из Казахстана. Здорово, Казахстан. Я твой фанат. Спасибо. Чувство юмора есть. Ну, не знаю. Наверное, да. Вот. Ой, прочитал, короче, что Леша Навальный сказал, что его отравил Путин. Хочется сказать, Алексей, будьте скромнее. Будьте скромнее. Я понимаю, что вам нужна причина, чтобы не вернуться в Россию, потому что, насколько я знаю, вас здесь ждет многомиллионный иск, вот. И вашу квартиру в Марино уже опечатали. Я почему знаю, потому что у меня у самого квартира в Марино. Вот. Но это еще не все. Квартира ваша в Марино не стоит тех денег, которые по суду вы должны вернуть. Поэтому сидите вы, наверное, там у Ангелы, пока она, как сказать... Воспользуйтесь ее гостеприимством. Не надо возвращаться в Москву. Не надо. Не надо. А то вдруг будет Северный поток 3 прокладываться, понимаете? Я думаю, что тогда уже точно не ошибутся с дозой. Прости, Господи. Ну, короче, такую чушь лепит этот товарищ, что хочется в ответ слепить что-нибудь тоже такое же.
Привет, Бердянск, здрасте. Когда у вас спектакль в Москве? Слушайте, по поводу спектакля в Москве ходят разговоры, что будет в конце декабря, прямо перед Новым годом. И второй раз будет тоже, но не в Москве, но в Твери. Ну, в смысле, поближе будет. Не я печатал. Ну, там же как? Там же получается, что это, там московский школьник... программа была, вот, и борец с коррупцией там какую-то коррупционную схему провернул. В результате как бы на него подали в суд, чтобы он возместил ущерб и так далее. А ущерб там оценили в 88 миллионов рублей. Вот. И самое же печальное для Алексея, что этот долг выкупил какой-то там бизнесмен. Я не помню его фамилию, но какой-то такой товарищ, очень на него зуб имеющий большой, выкупил этот долг и сказал, что Алексей Навальный это будет на паперти с протянутой рукой стоять, потому что он у него заберет все в счет этого долга. Ну, слушайте, 88 миллионов – это много, на самом деле. Вот. То есть недвижимость у Алексея есть в Москве. Вот. У него и в Испании есть недвижимость. Так что я думаю, что есть риск того, что Алексей может пойти по миру, так сказать. Ну вот пока он в Германии, пускай, наверное, все-таки там и сидит. Как-то вот, честно говоря, и для него безопасней, и нам спокойней. О ситуации в Беларуси я высказывался неоднократно. Вот, свое личное мнение по поводу Белоруссии. Я считаю, что пора там уже успокаиваться и готовиться к следующим выборам, потому что все, что там происходит, это в результате отобразится на простых людях. Вот. Потому что работа стоит, как бы там рубль белорусский падает, экономика страдает, понимаете? Вот. Это в результате отразится на простом народе. Вот. Я понимаю, что митингующих, видимо, есть время и деньги для того, чтобы митинговать. Вот. Но есть же люди, которым надо работать и так далее. Поэтому я бы уже готовился. И искал бы себе, конечно, ну, скажем так, кандидатов и лидеров, ну, посерьезней. Потому что, ну, как бы, госпожа Тихановская, ну, такое. Я считаю, что Беларуси нужен... посерьезней кандидат какой-то такой. Ну, скажем так, с опытом. С опытом. Потому что управлять государством, ну, тем более проблемным государством, с ограниченными возможностями, с довольно-таки хрупкой экономикой, все-таки нужен человек, как бы, да, не просто который котлеты умеет жарить, образно выражаясь, да? Вот. А так... В общем, такое мое мнение. Здравствуйте, здравствуйте. Юрий Точ, какие качества характера любите в себе, что раздражает? Да я не знаю, какие, что, ну, мне трудно как-то себя оценивать. Ну, красивый, умный, скромный. Вот. Какие во мне недостатки? Я практически идеальный. Да. Да нет, ну зачем мне кандидатуру-то выдвигать? Куда? Президентом Беларуси? Не. Я как бы, ну я считаю, что в Беларуси должен быть белорус, причем человек, который там родился и вырос и так далее, а не который там, допустим, там приехал откуда-то со стороны. Нет. В нашей истории варяги были, грубо говоря, один раз, и то-то были не варяги, скажем так, а это были наши, просто, что называется, часто бывали за бугром. Вот. Да, талантливый, вот, классный. Ну, вот как после этого найти в себе недостатки? Так что так, когда в Киев? Я в Киев. В ближайшее время я вам просто точно гарантирую, что нет. Может быть, к родителям приеду, но это как-то в стороне от Киева. Я, как говорится, с другой стороны заезжаю. Вот. Не, мне в Киеве делать нечего, на Украине тоже. У меня пока... Ну, я бы к родителям бы съездил. И было в планах, но, видите, вот вспышка-то ковида этого очередного. А так нет, я на Украине не работаю. Приедете в Лондон? Еще один, да, еще вот в Лондон после Киева. Да.
Никогда. Ну, я никогда не говорю никогда, но в ближайшее время точно. Мне там делать нечего. Пока там ходят с портретами Бандеры и прославляют фашистских пособников и убийц, украинского народа, мне там делать нечего. Это не моя Украина, точно могу сказать. К родителям приеду, так сказать, проведать надо. А так, нет. Для меня Украина, как говорится, вот та, в которой я родился, вырос и так далее, это была Украина Советского Союза. Вот. Для меня сейчас одно место на Украине, которое для меня важно в этой жизни, и я его, как говорится, люблю, ценю и скучаю. Это вот то село, где моя мама растет. В смысле, где я вырос и моя мама живет. Вот это для меня вот тот пятачок земли в сегодняшней Украине, куда бы я с удовольствием приехал. Вот. А остальная Украина нет. Это не моя Украина, ребята. Не обижайтесь. Не обижайтесь. Там таких украинцев, как я, убивают сейчас. Понимаете? Ну, это ваша жизнь. Как бы вам решать. Я для себя решил так. Да, село Ставидло. Это вот единственный клочок земли в сегодняшней Украине, который я люблю очень и по которому я скучаю. В Казахстан! Карабах для меня. Карабах, он и есть Карабах. Насколько я знаю, что Карабах, как он, чей Карабах? Вот там люди живут. Как я могу их причислять к чему-то? Карабахская республика, есть такое образование, государство, республика, не республика, как правильно юридически это назвать, я не могу сказать. Вы у тех людей спросите, которые там живут, чей Карабах? Мне-то чего? Мне-то чего? Да я не рискую, слушайте, я чё мне бояться? Вот я еще всякую мразь там фашистскую еще боялся. Да здрасте. Мои деды воевали против них, били их как собак. Вот. И я буду бояться. Чё бояться? Мне что, блин? Мне мои деды не простят бояться всякую мразь. Мне просто там делать нечего, вот и все. Поэтому туда и не еду. А бояться я уже отбоялся свое. Спасибо большое, вам тоже, будьте здоровы. Лучше к нам после пандемии в Израиль. Вот, в Израиль надо приехать. У меня друг мой, Сережка, там живет. Друг детства. Вот фотография у меня есть в ленте, мы с ним стоим такие два. Нам там по 4, там, или по 3, или по 4 года. В шапках смешных. Вот он живет у меня в Израиле. Это друг моего детства. Наши родители были крестными друг другу нам. Ну, в смысле, его родители были крестные мне, а мои родители были крестные ему. Вот. И вот он там живет, давно меня в гости зовет. Я, честно говоря, уже даже собирался. Ну, вот как бы, вот видите, пандемия. Не получилось. А так с удовольствием бы приехал. С удовольствием бы. Как дела у вас? Да нормально. Что он там забыл? Кто забыл? Серега? Ну, он уехал туда давным-давно, еще в конце 90-х он уехал туда. Где-то в 96-м, в 97-м году. Они с женой вместе уехали. Вот. И там живут, там уже детей выросли, двое детей у них там уже, старший уже там уже парень взрослый, уже в армии там офицером служит. Там у них в Израиле есть какой-то типа спецназа такого у них. Вот он в этом спецназе медиком служит. Вот. Толковый пацан, я его помню вообще, вот таким помню, они приезжали. Сейчас уже такой лоб здоровый вообще. Чужие дети так быстро растут. Здрасте. Привет, Башкирия. Да у нас много, я думаю, что из России, из Украины много людей в Израиле, как бы, да, то есть с той же Украины же многие поуезжали-то, ну, как бы, особенно вот там в конце там 90-х, сейчас вот как бы такая вот там с 14-го года где-то там вторая волна, ну, на фоне происходящих событий люди как бы поуезжали, так что там много чего. К немцам едь, ждем, конечно, приеду, надо же это
дорогами своих дедов пройтись, как говорится. В Берлине-то надо побывать. Так что так. Да. Ктур. В смысле ктур. Уже приехали. Да, я приехал, мне нужно в магазинчик сходить. Такой есть у нас магазинчик, такой классный, Шаг Пятерки называется. И там очень много всякой-всякой всячины для школы. Хочу вот поехать там ручку вот эту найти, любимую. Потому что, я же говорю, принес тетрадку, глянул, а там что-то там как курица лапа. Я говорю, в чем дело? У меня ручка моя потерялась, а это я писать плохо пишу и так далее. Я говорю, я тебе найду ручку, как у тебя была. Если еще раз, говорю, так напишешь, говорю, уроки сделаешь, я говорю, я тебе, говорю, не знаю, что сделаю. Вот. Так что такое вот. Сейчас куда? Ну, я же сказал, магазин. В Турцию? Ну, вы знаете, я никогда в Турции не был. Наверное, так для разнообразия съездить надо, но, ну, как-то не знаю. Не могу сказать, что я прям горю желанием. Вот в Израиль я бы съездил бы с удовольствием. В Германию я съезжу. Надеюсь, у нас вроде бы должны быть спектакли. Посмотрим. Да, у нас сейчас после каникул будет чемпион. Да не одну ручку, я уже понял. Я даже нашел. Шалом, Израиль. Шалом. Я даже нашел упаковку от этой ручки, от которой у него была. Вот. Сейчас пойду такую же найду. В Бердянске? Нет, я не был в Бердянске. Я в свое время хотел поступать в Бердянское летное училище. Хотел летчиком быть. Вот. Но куда-то мне. Вот. Я в точных науках, честно говоря, был полный баран. Я гуманитарий по своему, как бы, ну, по мироощущению. Вот. Да, так что вот такие дела. По поводу, значит, прививки. Все без изменений. Температуры нет, сон крепкий, аппетит хороший. Простыл не буду. Вот, что еще? Совесть не мучает. Ну, в общем, короче, все хорошо. Вот. На меня публика? Нет, у нас очень хорошая публика, очень культурные люди. Они как бы там, ну там, или здороваются просто, или там, ну я как бы вижу по глазам, что узнали. Но вот этой вот истерики нету, там, с бросанием на шею, с терянием сознания и так далее, и так далее. Маску? Масочка всегда при мне. Вот, стул какой? Мягкий. В Бердянске не было летного училища. Вы что-то путаете. Есть было Бердянское летное училище. В Бердянске было летное училище. В советское время, во всяком случае, точно было. Сейчас не знаю. Вот, сейчас не знаю. Так, да, ну все, давайте, Кыргызстан. Как там? Знаете, есть эти вот, знаете, попытки сделать сердечко. Они всегда так неуклюже выглядят. Поэтому всем вам вот. Вот такое, знаете, типа сердечко. Все, давайте. Жена не делала прививку, но я думаю, что она сделает, когда прививка появится, ну, в смысле, в общем обороте. Сейчас же я это как бы, ну, там, типа, испытываю, я доброволец, поэтому, как бы, да, вот. А так, я думаю, что, наверное, это уколется, вот. Не про стулья, а про стул. Не дай бог стулья. Это не. Если стулья, это я уже должен врачу позвонить и сказать, вы знаете, у меня стулья. Не просто стул, а стулья. Вот. Боюсь, что могут госпитализировать после такого сообщения. Да, все. Всех обнял. Всем всего хорошего. Давайте, не болейте. Увидимся скоро.